Жители Каспийска уже долгие годы оплачивают все коммунальные услуги в едином расчетном центре. Отметим, что это единственный ЕРС во всей республике. Удобство данной организации в том, что жителям больше не приходится оплачивать коммунальные платежи в разных расчетных центрах, как было ранее. Единый расчетный центр – это агент, который обеспечивает единый порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг. Иначе говоря, это центр, который принимает от граждан платежи за жилищно-коммунальные услуги, а затем расщепляет деньги ресурсоснабжающей организации. Преимуществом центра также является то, что жители, помимо оплаты всех услуг в одной кассе, могут провести ее в онлайн-формате через QR-код. Также абонент может оплатить через онлайн-бирбанк, других кассах. В городе находится 18 касс. Она раскидана так для удобства, чтобы население могло оплатить в своем районе. Также абонент может прийти в единый расширенный центр и разобраться со своими коммунальными услугами. То есть, если у него есть какие-то вопросы, он может задать в абонентском отделе и решить все свои коммунальные, все интересующие претензии. Мы от населения принимаем. Помимо онлайн-формата, по всем районам города расположены 18 касс ЕРЦ, где житель может оплатить свою задолженность. Стоит подчеркнуть, что если абонент не согласен с выставленной суммой при оплате на кассе или онлайн-формате, то он может не проводить оплату до разбирательств. Я не согласен к определенной услуге холодной воды. Я могу ее убрать и не оплатить ее до разбирательства, например, или какую-то еще что-то могу убрать. Понимаете, это дает возможность человеку, если у него чем-то не согласен, и оплатить. На сегодняшний день ЕРЦ сотрудничает с крупными агентами по сбору денежных средств – Банк России, АБ «Регион» и ООО «Монета». А также в 2021 году ЕРЦом совместно с вышеперечисленными организациями был реализован очередной проект при поддержке администрации города во главе с Борисом Гонцовым. Мы реализовали проект, когда прилетал Мишустин, председатель правительства, соответственно, с Банком России, АБ «Регион», на территории города Каспийска реализован единый платежный документ. То есть на сегодняшний день только на территории города Каспийска был реализован этот пилотный проект. По словам руководителя, расчетным центром заключать договор о сотрудничестве с ЕРЦом является выгодным предложением, так как сбор коммунальных услуг совершать будет намного комфортнее. Так, расчетный центр «Махачкала-1» после заключения договора в 2022 году с ЕРЦом увидел заметное повышение числа горожан, осуществляющих своевременную оплату. По словам генерального директора ЕРЦ города Каспийска, в ближайшее время планируется расширить работу организации и в других городах республики.